мы из Передразили, у нас есть случай, пара ребят, ну просто объясняют, да, что в Передразили мы можем вот так, машины нет. Где-то ограждение стоит сейчас? Туда машины не запускают. Ну, не выпускают, да, то есть Газель отсюда может выезжать? А туда Газель может заезжать? Нет. Фотограф, уберите! Лево, 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 лево! Что у вас есть горяченькое? Горячий шоколад, кофе, какао, латте, эспрессо, капучино. Капучино тоже есть? Есть. У вас все есть? У вас все есть. Ну чем-то, да, можно замотать просто. Раз, два, три. Три, четыре. Вышел зайчик погулять, вдруг охотник выбегает прямо в зайчик и стреляет. Пиф-паф, ой-ой-ой. Умирает зайчик мой. Повезли его в больницу. Он украл там рукавицу. Повезли его в буфет. Он украл там 100 конфет. Привезли его домой. Оказался он живой. Раз, два, три, четыре, пять. Скоро открытие опять. Будем сейчас на саночках кататься. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять. Да. Смотри, где сцена, нам надо оградить сцену, потому что он прям за сценой, на сцене ходит. Thank you.
Косненькая уже девочка. Она уже, наверное, мамой была. Здравствуйте, дорогие гости, участники фестиваля, посвященному старту 4-й международной гонки на собачьих упряжках «Волга Квест 2017». Сегодня с вами Михаил Скоморох. Уже в 4-й раз праздник встречает своих друзей и гостей в гостеприимном городе Тольятти. Фестиваль проводится при поддержке мэрии города Тольятти. И сюда приглашается для вступительного слова замглавы администрации автозаводского района Хвостов Юрий Михайлович. Добрый день, уважаемые участники фестиваля и наши горожане. Сегодня мы в 4-й раз встречаем этот великолепный праздник. Гонка на упряжках. Достаточно экзотический вид спорта для нас. И спасибо всем, кто нашел время для того, чтобы порадовать нас этим великолепным зрелищем. Я желаю всем участникам хорошей бескомпромиссной борьбы, чтобы они не были фуркадами, как показывают по биатлону, а всем хорошего настроения и удачи! Ура! Ура! Ну что ж, а на сцену приглашается директор национального парка «Самарская Лука» Губернаторов Александр Егорович! Аплодисменты! Понравилось?
спасибо. Уважаемые участники, мне хочется сказать от лица национального парка и всех поздравить с замечательным таким днем зимним, с хорошей погодой. И хочу сказать, что в год особо охраняемых природных территорий, в год экологии, вот это мероприятие, это одно из мероприятий, которое дает старт хорошим, добрым делам на территории Самарской Луки. Хочется пожелать всем участникам хороших стартов, чтобы была хорошая трасса, чтобы ваши животные все остались целы и невредимы. Большое вам спасибо за то, что вы выбираете Самарскую Луку каждый раз, уже четвертый раз подряд. И мне кажется, эта хорошая традиция будет продолжена и в дальнейшем. Мы со своей стороны будем всегда это поддерживать. Спасибо всем. Ну что ж, а теперь мы здесь увидим Сергея Павловича Лозина. Это гражданин города Тольятти, поддерживающий «Волга-квест» с самого рождения этой гонки. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень приятно, что вот уже очередной четвертый раз у нас проходит гонка, и она проходит в Тольятти. Несмотря на все трудности, которые испытываем, надо отдать должное команде организаторов. Семья Семенова, значит, северный... Ребята вот уже 4 года, несмотря на все трудности, поддерживают это, организовывают. Ну и мы по мере сил. Значит, меняется география, увеличивается география. Много приезжают. Вот сегодня с Байкала опять приехали гонщики. Приехали с Чехии и так далее. Я надеюсь, что гонка будет приобретать новый уровень, высокий. Я хочу пожелать всем гонщикам удачи, дойти всем до финиша, ну и победы. Победы всем и победы нам. Значит, всего всем самого наилучшего. А мы будем помогать по-прежнему. Теперь сюда приглашается большой друг гонки, который прошел часть ее маршрута на собачьих упряжках в 2013 году. В экспедиции «Жигулевская кругосветка на собачьих упряжках». Это наш гость из Франции, Жак-Люк Рубаш. Bonjour les amis. Здравствуйте, мои дорогие друзья. J'étais avec la famille Zetoni la première fois. Я был с семьей, с командой Семеновых первый раз принимал участие в гонке. Et aujourd'hui, j'aimerais être avec vous. Я бы хотел быть сегодня на вашем месте. Et je souhaite une bonne chance à tout le monde. Я желаю удачи всем. Всем удачи. Ну что ж, а сейчас мы сюда позовем Ирину Юрьевну Рябухину, бывший министр туризма, спорта и молодежной политики Чукотки, советник губернатора Чукотки по туризму. Дорогие друзья, огромный солнечный привет вас с морозной Чукотки. Я поздравляю вас с великим праздником, хорошим праздником, красивым праздником, веселым праздником и здоровым праздником. Ваша гонка – это действительно большое событие для вашего города. Я, правда, не очень вижу много в очереди спонсоров, но, наверное, они еще спят. Проснутся, и потом у них будет шанс записать золотыми буквами свои имена в историю вашей красивой, великой гонки по великой реке Волге. Ребята, удачи! Я знаю, как это трудно. Была, ходила и своих парней всегда оберегала. И вам от них огромный привет. Надеюсь, что когда-нибудь вы к нам, а они к вам. Удачи! А теперь мы хотим здесь увидеть представителя научно-производственной компании «БАСК». Владислав Ивашкин, город Москва. Дорогие друзья, но очень здорово, что столько народу пришло посмотреть и поддержать гонку. Я хочу поздравить в первую очередь организаторов гонки, что наконец-то вот этот длительный этап подготовки закончился. И впереди нас ожидает самое интересное. Всем гонщикам желаю быстрого снега, чтобы добрались до финиша, и чтобы эта гонка прошла на одном дыхании. Всем удачи! Ура! Ну что ж, а теперь с аплодисментами встречаем
руководителя экспедиционного корпуса «Серебро Севера», организатора гонки «Волга-Квест» Светлану Николаевну Семенову! Здравствуйте, Тольятти! Здравствуйте, наш город! Здравствуй, наша Волга! Вот уже в который раз мы собираемся на разных площадках, и я хочу сказать, что мы очень верим, что все-таки этот проект у нас будет ежегодный, и мы бы хотели, чтобы сюда приходило как можно больше людей и приезжало как можно больше гонщиков на собачьих упряжках. В этом году гонка очень серьезная, 520 километров. И сейчас ребята в 13.00, старт у нас будет там со льда, с воды, пройдут первый этап 60 километров Тольятти-Сосновый-Солонец. Завтра их ждет следующий этап Сосновый-Солонец-Ширяево. И он тоже стоит где-то 62 километра. И третьим днем они пойдут по Самарской Луке, 107 километров. Это этап будет Ширяево-Услада. Это очень серьезное такое испытание для них и для их собак. Мы их поздравляем с этим. И я бы хотела пригласить сюда на сцену еще нашего рейс-маршала, то есть это главный судья наших соревнований Сергей Собов, который второй год приезжает и делает этот проект. Давайте поаплодируем. Сергей Собов, город Жуковский. Он сам гонщик. Он сам понимает, что это такое, и несколько слов Сергею Собову. Друзья, я рад всех приветствовать. Вот уже второй год я являюсь главным судьей этих соревнований. Я, конечно же, желаю всем гонщикам хорошей трассы, хорошей дороги, удачи на трассе, потому что в нашем деле, на самом деле, это не так маловажно. А всем зрителям я хотел бы пожелать следить за гонкой, болеть за гонщиков, чтобы у вас появились свои любимцы, может быть, свои кумиры. Люди, на которых хотелось бы равняться в ездовом спорте. И чтобы вам было интересно смотреть на это прекрасное ежегодное событие под названием «Гонка на собачьих упряжках Волга-Квест». Спасибо. За нашей гонкой вы можете наблюдать онлайн. Если вы зайдете на сайт www.volgaquest.info, там сейчас есть интерактивная карта, где вы будете видеть трекеры гонщиков и как они сегодня будут стартовать с 13.00 и будут передвигаться. А сейчас я на сцену хотела бы пригласить тех, кто приехал. Итак, номер первый. Дмитрий Смирнов, город Москва. Давайте поприветствуем Дмитрия. Город Москва. Вот эта отважная девушка сегодня у нас уходит на 60 километров. Номер третий. Александр Бондарев. Город Королев. Номер четвертый. И третий раз у нас на Волге. Вячеслав Демченко. Город Москва. Давайте поприветствуем этого гонщика. Он с самого начала рождения Волга-Квест поддерживает и ходит на нашу гонку. Жень Розеленко. Жень Розеленко, Чехословакия. Чешская республика, простите. Чехословакия, это по Советскому Союзу у меня. Итак, чешский гонщик Жень Розеленко приехал к нам в этом году. К сожалению, не смог приехать. Войтек Сыгл, у него заболели собаки в Литве, и они развернулись обратно. Но давайте поприветствуем чешского гонщика. Для него это будет серьезное испытание на нашей Волге. Номер шестой. Максим Любавин. Город Климовск. Мне бы хотелось сказать, что Максим еще отчасти представляет Тольятти. Он идет на собаках нашего питомника. Номер седьмой. Алексей Перевозчиков. Город Ижевск. Удмуртия. Похлопаем Алексея. Для него было тяжелое путешествие. 2500 километров. И еще один уникальный гонщик, который приехал к нам в этом году. Сын своего отца. Это уже, можно сказать, так сказать, машинская династия. Потому что в 2014 году его отец стартовал здесь на гонке. Арсений Черюмин. Город Иркутск. Арсений приехал с Байкала. Поселок Крестьянка. Гонщики, они возвращаются на Волгу. От кафе «Причал» будет в 13.00 ровно старт. Да, но пряжкам первым у нас стартует Дмитрий Смирнов. Мы приглашаем вас туда в 13.00 на старт. Гонка протяженностью 520 километров, которая пройдет через Самарскую Луку, Ульяновск и финиширует в Республике Татарстан, город Болгар. Ладно, каждый день в подарок каждому новому члену клуба фитнес-сети. Патек! Аж мы там, что кто-то смотрит, как ты.
really wanna know. Фитнес-сеть Батек, лидер фитнес-движения Самарской области. Самые популярные фитнес-программы, профессиональные инструкторы, мировой опыт фитнес-индустрии для того, чтобы сделать вашу работу над собой настоящим отдыхом. Фитнес-сеть Батек, я рядом! Suggère des cons-vas. Et toi tu sais faire la mythe et des cons-vas. Quand t'as du fric, bah tu marches sur les go. Ta canif et tes murs sur les go. Hey. Мы кто, морепродукты? Мы, да, мы привезли. Большой.
Как давно мы с тобой не видели? Целых 12 часов. Андрюх только сейчас здесь не был. А он поскакал же за машиной. Чем вот эти. Чего? Все, хватит, не вам. Один раз и все. Сейчас зарезает себя, пусть не видно.
отрубались вроде. Сейчас у нас как-то штаб, но потом все устраивается, но там еще не... Отрубались нам большой, что все не стало. Они-то пешком. Я тоже хочу, опа. Пошли. Тише. Ну сейчас не знаю, поедем или нет.
аплодисменты! Спасибо! Пожалуйста, мои хорошие, любите, любите маленьких собачек. Ну, если вы хотите больших, то и больших тоже можете любить. В клубе есть спортсмены, которые занимаются другими факультативными для клуба направлениями. Такие направления, как фристайл или танцы Алин, с собаками. Принести. И сейчас, дорогие мои друзья, вы увидите, кто-то может впервые, кто-то не впервые. Теплотой наших четвероногих друзей. Ну что ж, внимание, фрисби фристайл. Поехали. Все сумасшедшие сны, будто наяву, пусть ты со мной не сни. Я тебя украду, чтоб показать космос в одно касание. Смотри в глаза, детка, узнавай меня. Дорогие друзья, давайте поддержим! Прям заносит дрифт, настоящий дрифт! Girls, step up to the party. Grab a boy from your body. Do it, me and my heart.
Аплодисменты, аплодисменты! Если они рождаются в ваших сердцах, не держите их, а выпускайте. Громко, громко аплодируйте. It's all so smooth, every step we take, it just get better. Girl, no doubt we got it together. Baby, look at us, the way we move from side to side. It's all so smooth, every step we take, it just get better. Girl, no doubt we got it together. Girl, step up to the party. Аплодисменты! Маленькой нашей собачке Джему, который еще ловит диски лишь только, когда они катятся. Ну, видите, Малика подрастет и будет ловить на лету. Аплодисменты Алине и Джему. А сейчас, дорогие друзья, я хотел бы сюда пригласить 12 желающих для того, чтобы мы все вместе сделали один хороший такой веселый собачий номер. Пожалуйста, выходим, не стесняемся. От команды «Бобры», от команды «Стрела». Вот наши самые маленькие любители четвероногих друзей вышли сюда. Ну, взрослые, давайте поаплодируем. Громче. И сейчас, друзья мои маленькие, мы вместе с вами сделаем очень интересный и задорный номерочек. Ну-ка, давайте-ка все встанем. Для начала мы встанем паровозиком. Сейчас у нас... Так, давайте-ка чуть-чуть. Так, ты стой на месте. Так. Вот, молодец. Давай, назад. Сейчас мы выстроим настоящий такой... Настоящий паровоз, и он будет называться Славомск. Так. Еще даже можешь. Еще. А ты вот, как тебя зовут? Миш, а ты вот здесь встань, Миш. А сейчас слалом профессионал этого дела. Вот, смотрите. Вот такой вот слалом. Немножко прошлись. Сейчас в обратную сторону Зевс. Громовержец просто, сверкая своими молниями, пройдет между вас. Вот, аплодисменты Зевсу! Мирия и Виктория, самая сильная женщина. Вот, ну что ж, и давайте нашим участникам тоже поаплодируем. А сейчас я хочу пригласить следующих, уже взрослых, пожалуйста, дорогие наши ребята. Давайте встанем в большой хоровод, кружок, возьмемся за ручки. Вот какой взрослый к нам пришел. Какая у тебя интересная шапочка. Я уверен на 100%, что тебе не холодно. Дорогие наши друзья, дорогие наши зрители, присаживаемся. И ручки чуть ниже. Будет прыгать. Уже такой круговорот. Круговой слалом. Ничего не бойтесь. Волга Док Спорт. Великолепный, замечательный клуб. Чем бродить друзьям по белу свету. Где вот так вот тренируются наши четвероногие друзья. Нам любые дороги. Нам
стороны Асеньки. Так, ну что ж, давайте, 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 дорогие друзья, возвращайтесь на свои места. И я хочу пригласить следующих, тех, кто желает испытать всю собачью любовь. Пожалуйста, не стесняйтесь, не стесняйтесь, выходите сюда. Все, кто еще не выходил. Ну, давайте, все, кто участвовал и все, кто не участвовал. И встаем за наши уважаемые Иды паровозиком, 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 паровозиком. Сделаем большой, вот действительно сейчас будет у нас паровоз. Очень интересный паровоз, да, друг за дружку встаем, 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 встаем. Большую-большую змейку, змейку, дорогие друзья, присоединяйся. Вот, встаем друг за дружкой, смотрим затылок своему соседу впереди. Если желаете, если сосед позволяет, вы можете даже на него положить свои руки и немножко приобнять. Ну давай, мой дорогой любитель четвероногих собак, тоже вставай, не беспокойся. Отец, мы здесь оставляем, его никто не возьмет. А теперь, такое сейчас движение, сделайте, пожалуйста, широко свои ноги. Вот, отлично, все встали? Все, вот так вот, шире, я вижу, кто-то у нас занимается, да, неплохо. Отлично, растяжечку проверим. Растяжку, растяжку. Так, ну и... Отлично, Асенька, а теперь в обратную сторону. В обратную сторону. Вот так вот. Рэй, 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 тоже, 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 тоже. Так, вот здесь, да, вот так, ничего не бойтесь. Что? Еще раз пройдем, 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 пройдем туда и обратно. Аплодисменты, аплодисменты, дорогие друзья. Ну что ж, дорогие друзья, кто у нас там еще? Рэй, да? Наш маленький Рэй остался. Давай, 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 давай. А он просто взял, вылез из туалета и сразу к своей хозяйке. Дорогие друзья, вот, ну давай, 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 давай. Вот. Отлично. Ну что ж, дорогие друзья, давайте сами себе громко-громко поаплодируем. Поаплодируем, поаплодируем, поаплодируем. Давайте, дорогие друзья, сделаем общее фото. Не расходитесь, не расходитесь. С клубом «Волга Доп Спорт» и ему отдельные овации. Любите маленьких четвероногих друзей. Народы севера зимой передвигались на лыжах, собаках и оленях. А мы вам представляем показательный заезд от Snowboard Dogs Fest. Это где соединили передвижение на сноуборде и собаках. Подробнее о данном направлении мы расскажем чуть позже. А сейчас мы можем вот сфотографироваться. И потом перейти вот на эту нашу ездовую площадку. Дорогие друзья, мы сейчас увидим первый заезд нашего Snowboard Dog Fest. Спортсмен готов, оба спортсмена готовы. Итак, на старт, внимание, марш! И вот это такое занятие. Если в упряжку поставить больше собак, скорость будет намного больше. Подпускай, мне неудобно. Неудобно поставить. Ну что ж, поаплодируем. У нас еще один подарочек от нашего дорогого вкусного спонсора. Кто проголодался вообще? Есть такие? Сертификат от клуба Батек, куда вы можете пойти и целый месяц заниматься бесплатно. Повышать свою физическую культуру. Старт у 4-й международной гонки на собачьих упряжках «Волга Квест 2017» народный ансамбль песни «Родники» Дворца культуры, искусства и творчества города Тольятти. Руководитель Людмила Гусева. Встречаем! Ой, зимушка, немного ли?
это самое. Давайте, раз, два, три. Я не успела начать снимать, как бы что. Ваня, блин, больно. Раз, два, три, поехали. Мерил, мерил. О, у вас тут плохо получается. Вера, что там сзади? Да не, не один. Я не успеваю за вами. А там горка была. Да тихо вы! Да, Властёр! Я Властёр! Ты что, ты добежала? Да. Готовы? Так, раз, два, три, соси. Так, да, смотри, я дом вам. Хорошо. А я давайте, всё, я уже упал. Да, все, кричим волонтёр. Волонтёр. Раз, два, три. Кто волонтёр? Я волонтёр! Мы вас ждем на юбилейном 5-м фестивале в следующем году. Обязательно вас ждем всех. Ну что ж, а наша гонка уже в пути, и она движется к первому участнику. Ну что ж, до свидания, дорогие гости и участники.